Это знаешь, нужно было бы найти мужское место. Электрошок, пугли, кислота, пресс, утопление. Ой, извините. Я ой, это метро. О способах, как могут умереть. Воду не пить. Вы не можете умереть ни одним из них. Вы будете проходить тесты снова и снова. С идеальными результатами и без последствий. Я понял эту картинку. Смотри. Видишь, это не грузчики в Икее. Это вот человек утопает, и ты просто даешь ему коробку. Гирю ему даешь, чтобы утонул, гирю, вернее. А это Супермен начало. Ну да. Что интересно, тогда должна значить эта картинка? Понятно. Ага, я понял. Тебе нужно идти сюда. Запрыгивай. Ага. Так. А потом в нужный момент я просто должен переставить один из этих сам. Сделать жест в воздухе. Сейчас, подожди, я приду. Ох, ни хрена, я ускорился. Бесконечности далее. А, нет. Тут пошло не так. Что-то пошло не так. А ну еще раз. Да в смысле? Нет. А, другой, все, я понял. А? Во. Ау. Теперь ставь один сюда, наверное. Да, но красный. Надо, чтобы убралась вот эта платформа. А куда же ты приземляться будешь? Туда, получается? А, во-во-во, запускай меня. Во, да, так, получается. И что это дает нам? Убирается платформа. Потом переставишь верхний. Верхний потом переставишь, красный. Красный. Так. Убираем платформу. Пошел. Красный. Так, желтый. Надо было красный переставить. Желтый и то самое, не то. Во. Норм. Прекрасно. Надо отметить, что я создала этот тест только для того, чтобы испытуемые терпели неудачу. Секретный лифт, да? Да-да-да-да. Байт на секретный лифт удался. Форсеры начала. Просыпаешься разобранно на запчасти в Питере. Запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. С другой стороны, у нас нет на это времени. Здесь есть. Просто посмотри, насколько ты лучше синего. Синий. Ты отлично подходишь в качестве примера. Здесь есть, короче, приемник для сферы. И ее. И тут у меня есть кнопка. И два ее раздатчика, что странно в начале. Хотя они пустые. Не, это просто. А, понятно. Иди ко мне каким-то образом, да, прямо. Тебе нужно там кнопку нажать. А чтоб туда допрыгнуть, я вот не знаю, что надо. Давай посмотрим. Здесь тоже есть площадка, на которой можно разогнаться. Также вверх по вертикали. И дальше как-то запрыгнуть туда. Ага, все, я понял. Раз, два. Разгоняйся. Да, потом в нужный момент. Разгоняйся. Пошел разгоняться. Так. О, ау. Что нам это дает? Запускает сферу. Все, тащи ее сюда. Только не через это поле. Понятно, что не через это поле. Так, значит сюда, и ты мне ее подашь. Думаю, что сработает. Во. Так, теперь нам нужно еще выше ее поднять. Да. Для этого нужно подняться туда. А, ну проходи, проходи. Ой, и что это дало? Не, проходи туда, тебе. А, да, да, точно. Здесь же лестница есть. Так. Раз, раз. Ой. Во.
казалось, что вы справитесь быстрее. Но я ценю ваше желание остановиться и прочувствовать запах испытаний. А другой запах чувствуете? Так чего? Мое разочарование в вас. Помните, я говорила вам, что вы единственные испытуемые, прошедшие калибровочный тест? Я солгала. С вами соперничают еще 5000 других команд. Но не волнуйтесь, вы лидируете. А, еще сферка. Ага. Ох, нифига, она высоко. Ага. Все, я понял. Тут один разгоняется, давай. Уи. Нажимай. А, в смысле? Тебе надо было успеть нажать. Да. Разгоняйся давай. Да, пошел. Я что-то не ожидал, что там кнопка. Я думал, просто телепорт нет, куда надо. Я развернулся не туда, куда надо, походу. Залезай. Так, подожди. Обратно. Шел разгоняться. Где кнопка-то? Вот кнопка. Во. Норм. Она, кстати, на время. Вот, блин. А, значит, лез обратно. Сейчас будем это делать побыстрее. Пошел разгоняться. Нажал. Обратно. Сразу прыгай обратно в этот. А, в портал? Да нет! Блин! Тебе надо было просто обратно запрыгнуть, и тебя бы этот... Сейчас еще раз. Раз. Так, нажал. Прыгнул обратно. И чё? Ну! Что ну? Тебе надо опять разогнаться. А почему меня выкидывает мимо? Ну... Как-то так. А, все, я понял. Портал как-то не криво поставлен, наверное. Разгоняйся, давай. Я почему-то в один момент цепляю пол просто. Как-то криво портал поставлен, наверное. Может, вот так сделать? Или ты свой именно делаешь? Ну, если ты свой поставишь, он тебя будет скидываться каждый раз, когда ты через поле будешь. Точно. Так, готов? Так, готов. Погнал. А, я не тот нажал, все, я понял. Сейчас. Пошел разгоняться? Нет, не пошел разгоняться. Почему? Равнее стань. Так я даже вот ничего не делаю. Не, вот сейчас нормально. Так. Нажал. Еще раз следующую нажимай. Сразу. Давай. Нажал. Есть. Вот, все, отлично. Пока. Ох, нихрена нам сферу выкинули. Я хочу ее экспроприировать. Нет, отдай! Интересно, если попробовать с той стороны взять. Как ты это сделал? Нет. Нам же неспроста их скинули несколько. Смотри, а там есть окно. Может быть, окно можно ей выбить как-то? Или там нет... Нет, там нет платформ, которыми можно это сделать. Было бы неплохо. Но он там... Ох уж этот характер, все скоммунизить. Не, справедливости ради, в портале можно было скоммунизить кубик в обход этого поля. Только не помню, в первом или втором. Ну да, там радио всякие. Вы заметили, что я не осталась до конца последнего испытания. Я была уверена, что вы пройдете. И знаете, где я была? Я была снаружи и смотрела, как резвятся олени. Вам ведь нет дела до того, что снаружи. И затирает про оленей. Ты следующий. Ау. Я вот так все время, когда окна мою, вот так бью все время головой. Так. Ну, типа все? Да. Где олени?
Погоди. Ай. Ага. Я там портал хотя бы поставил. Надо какую-то целую линию сделать. Тебе нужно там поставить портал? Из противоположной стороны. Ага. Вон она. Вот. Или... Только я, если здесь пройду, то они сбросятся. Тебе надо самому идти туда. Ну я не хочу умираться. Ай. А чё так? Кто-то криво поставил, а? Сейчас. Во. Нормально должно быть сейчас. Во. Ей. Чё нам это даёт? Ага. Портал тут. Погоди. Так, пока не иду. А! Нет. Всё-таки выжил. Та блин! Я ж поставил! Он закрыт. Как же мне тебя сюда запустить? То есть ты должен оттуда стартануть? Один кто-то все равно остается внизу. Нет, должна, наверное, опуститься вот эта платформа. Это весьма интересный вопрос. Так, а если ты проходишь обратно, ты тебя можешь запустить. А ты можешь портал поставить, смотри, вот там. А я когда лететь буду, наверное, поставлю свой. Замени вот этот желтый. Ты прилетаешь через свои порталы, я через... Ты не можешь с моего портала в другой перейти, это было бы... А, точно, да, там должен оставаться той же парой. Да, ты, получается, не можешь поставить, пока не спустишься. А то там внизу нигде нету, да? Нет, поверхности не вижу. Подожди, так у меня портал остался. Все, прыгай. Иди обратно и прыгай. А, точно, с той стороны же. А как он не сбросился? А, ты же перелетал. Фу. Во. Так. Теперь тебе надо как-то перебросить. Здесь нет поверхности. Здесь придется ставить вот эту штуку. Чтоб ты, наверное, мог сюда допрыгнуть. Что нам это дает? А, я должен был там портал поставить свой. Я понял. Ты не убирал тот, который там? Нет. Угу, я понял. Короче, сейчас я туда допрыгну. И, наверное, я его заменю тогда на... Не, он же ни на что не заменил, он сбросился. Подожди. Так свои просто поставь сюда, да и все. А, не, подожди, я что-то не долечу, мне надо... Да еще раз понять, как это дерьмо работает. Раз. Так, ты там перейти не можешь, значит тебе... А, так что тебе, в общем-то, мешает... прыгнуть вот в этот... Ну да, тебя сюда должно забросить. Просто в свой прыгни. Ой, все. Блин. Придумывает тут что-то. Гений логики, да. Так, там стоит поле, оно сбрасывает этот портал. Ага. Ну я пока тут стою. Там кубик есть, я вижу наверху. Видимо, как-то надо запрыгнуть отсюда через прыжок. Ну да. Ищи прыгалку. Там где-то панелька была в начале, вот она. Давай. Так, и что нам это дает? Прилетел сюда. Портал уже сбросится. Замуровали! Замуровали, ебаные! Мои порталы сбросились. Подожди. Что нам сделать теперь надо? Они сбросятся, когда я отсюда выйду. То есть вот я вышел, и они сбросились. Короче, тут пока ловить нечего. Это факт. Ты меня не можешь таким образом переправить? Чу, не, у меня скин.
выложишь портал. Это открывает эту решетку. Стой. Поставь вот у тебя два портала. У себя два портала. Допустим. А, стоп, я же с кнопки уйду, она закроется. Да, она закроется. Хорошо. А снаружи ничего интересного? Может быть, как-то отключается это поле просто? Не. А это перебрасывает, получается, к тебе. А, я понял, что надо сделать, кажется. Подожди, надо сначала забрать кубик. Вот что надо сделать. А, кубик сюда поставить? Да. Кубик забрали. Ага. А, давай сюда кубик. Угу. Так. Она открылась. Теперь нам надо закинуть... А, ставь сюда желтый туда. Угу. А я говорю, сюда желтый. А, я понял про какой-то. Вот, да. Красный здесь, ну. Нас забросило. Сюда. Ты типа должен. Ты, по идее, если сюда залетаешь, ты сюда вылетаешь туда. Где обратно точно так же за. Да, да. То есть точно так же делаем сейчас. Это туда. Хитро. Во, да. И теперь ты должен как-то поставить. У тебя там есть ли поставить порт? Да, есть. О, вот. Все, теперь запускай. Красный. А ты спускайся просто. Вот. Знаете, кто пляшет, как имбецилы, когда сделают. Сейчас вы так на них похожи. Вы должны быть выше этого. Это что интересно? А, это новый смайлик. Не смайлик, эмоция. Это камень, ножницы, бумага. Я выиграл. Не, ну как же так? Ножницы режут камень. Ну почему ты всегда выигрываешь? Вспомнил.